Привет, друзья! Да, сегодня мы с экшн-камерой, да, солнце в своей шапке-невидимке, прячется от комаров, комаря куча. Наши друзья, тут Максим стоит. Вот. Привет. Все хотят, чехочут трофейного судака. На прошлой рыбалке Инна, конечно, увалила монстрика маленького. Посмотрим, что будет сегодня. Непредсказуемая рыба, непредсказуемый результат. Ну, будем пытаться. Сейчас я тоже остановлюсь на место. А вдруг снимем вываживание. Конечно, того паровоза, как ты тащила, еле подняла, не снимали, да, обидно. Это было что-то с чем-то. Да. Ну, ничего. Значит, лови на 4 килограмма. Будем снимать покруче. Поехали? Начинаем? Давай. Там посередине жерех такой только что вывернул. Не знаю, Максим, он пытается его достать блесной. Но это же тоже такая рыба, как говорится, очень хитрая. Еще противнее, чем судак. Жереха поймать — это да. Цапля красиво стоит. Жалко, камера не приближает, на камне стала. Камень в воде. И кажется, там мелко-мелко, да, стоит белая цапля, красавица. Стоит на камешке, рыбку ловит. Вечер такой хороший, тихий. Прямо жарко. Ну, я шляпу сняла. Шапку-невидимку сняла? О, я тогда шляпу сняла, там мне будет хуже. В общем, пытаемся рыбачить. Красота. Погодка супер. Водичка есть? Да, водичку поперли. Вон. Течение пошло. Может быть, и судачок будет. Рыбачим. Сейчас скажу, камера включена. Мы так оделись, а это у нас не холодно, у нас жарко. Мы так одеваемся от комаров, чтобы они не прокусывали. Стоим тут, героически терпим, как у нас там, перегрев организма. Ну, вода такая еще прохладненькая, конечно. Купаться нет, так что... Сегодня днем было 30 градусов, жара. Как это повлияет на клев, не знаю. Посмотрим. Пустыну и пойду судаку. Да, иди. Вот туда, пешком. Вот туда пойдешь пешком? Пешком. Давай, начинай. Я буду это снимать. Я хочу это видеть. Хватит, все, уже пришло. Охеренно. Друзья, смотрите, что плывет все. Глянь. Смотри, какая рыба была. Вот он, монстряка. Сюрстрёмин. Не знаю. Толстолоб поплыл. Огромный. Видишь? Не знаю, я такой смотрю, я же не понял, уже тут на подходе. Да. Гульнул жерех под берегом. Все пытаются его туда сейчас бросать. Я не пытаюсь, потому что я туда не доброшу. Не хочете? Не хочете. А, девчонки, вон рыбачка главная сидит, смотрит, медитирует. Вся в этих. Боже, Джессики. Вся в комарах. Ты моя зирочка. Ты моя зирочка, да? И Бетюнька сидит. Все, все тут. Наблюдают, ждут рыбу. А там гуляет. Жалко, камера не приближает. Так. Это такая рыба. И очень сложно поймать. Она везде гуляет, она тут не один. И там, и там, и здесь, и видно, вот, смотрите, такие разводы пошли. Жерех вышел на охоту. Ну, хоть стоишь, наблюдаешь. Река живая, рыба есть, и это хорошо. Может быть, что-то и мы поймаем. Джессика,
Ты вся в комарах уже, иди побегай, смотри. Вся морда в комарах. Боже. Рой. Ты моя хорошая. Нету тут рыбы, да? Нету. Иди побегай. Комаров тебе погоняю. Давай. Кш-кш-кш. О. Иди походи. Иди. Давай. Давай, моя хорошая. Я тебя позову, когда будет клевать. О, вот, друзья, вот я включил камеру, пристал и поклевка. Только хотел сказать, только включил, да. Это мелкий. Говорим, сейчас должен начать клевать, надо сказать. Малышок. Давай, 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 иди сюда. Сейчас мы тебя отпустим. О, ну это... Можно сам? Не, не сам. Первая ласточка. Ой, маленький какой. Так, забрах все хорошо, все нормально. Ну вот, друзья, первый пошел. Ждем теперь следующих. Ого, как он так запутался тут. Эй, цепляйся. Давай, 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 дорогой, цепляйся. Ай-яй-яй. Ты представляешь, как он так запутался? Вообще не пойму. Давай. Я ж тебя хочу отпустить. О! Все, друзья. Давай, малышок. Поцеловали за бабушкой, за дедушкой. Поехал. Все, ушел. Ну вот. Клев есть, рыба. Рыба есть одна. Все, ждем больших. Ну вот, настроение уже есть. Мы с уловом. Если по головам считать, один судачок уже есть. Но это только начало, надеемся. Что-то может быть покрупнее к нам подойдет. Видите, стоим друг возле друга. Да? Ждем следующее. Посерьезней. Это уже не малышок. Так хорошо стукнул. Повис. Сейчас посмотрим. Что там идет? Уже не малышок. Тихо, тихо. И ушел. Прикинь. Блин. А? Да, а хороший был. Твою мать. Блин, медленно тянул, видишь? Ну ладно. Бывает и такое. Вы это все видели. Блин, обидно. Хороший был судачелка. Ладно, продолжаем. Да не, ну. Ну, был хороший такой. Полторашка точно, видишь, я не мог поднять его. Такой дебеленький. Аж фрикционно работал. Ну, ничего. Будем надеяться. Зацепил. Кого-то тянет. Далеко взял, да? Далеко, очень. Ну, то шарю отпустил. Вот Макс борется. Тянет, тянет. Вот такой. О. Побольше, чем мой. Нормально. Все, друзья, пойду сейчас девчат в машину посажу. Комары их уже загрызли. Ну, вот видите, такой досадный исход. Хороший был судак. Ну, по весу точно полторашка. По ощущениям. Но сегодня его день был. Не мой. Сейчас девчат закрою в машине. И пойду дальше продолжать. Уже темнеет. Снимать, наверное, не получится. Камера не будет воспринимать. Ну, если будет результат, тогда я вам покажу уже в конце. Что-то стукнуло. Что-то стукнуло. Сейчас посмотрим,
что это тут стукнуло. А стукнул тут вот такой карандашик. Тихо, стой, ты сейчас пойдешь домой. Стой, блин. Ты ёперный затеатр. Ты представляешь, что творишь? Что вытворяет? Я его взять не могу. Сейчас я тебя отпущу, дорогой. Кошмар. Стой. Все? Молодец. А ты, ё-моё. Ну, вот такой. Мелкий. Давай, бабушку-дедушку зови. Ох, он и резвый. Прикольно. Что-то клюнул. Хотел поймать кораблик, он плавает. Поймал судачка. Опять же мелкий. Где-то там. Да что ж вы такие резвые? Вот такой малышок. О, красавец. Ну, хоть такие клюют. И то хорошо. Не знаю, камера снимает, не снимает. Вот какой. Вот какой. Красавчик. Сейчас мы тебя отпустим. Сейчас, дорогой. Ух ты, вцепился тут. Ладно, отключаюсь. Буду отцеплять. Ну, мелкие. Да сейчас включу. Где он там идет? Давай, иди сюда. Стандарт. Тихо. Да тихо ты. Тихо. Чуть-чуть забрызгал меня всего. Блин. Один в один. Это уже третий. Вот я выберу камеру. За 5 минут. Ну, мелкий. О. Ну, давай, дорогой. И Максим тянет, то все. Такой же. Песенок. Вот это рыбалка. Вот, друзья, Макс все-таки взял. Ну, побольше он судачка затащил, да, не снимал в траву. Это тот, наверное, что у меня ушел. Не, у меня побольше, наверное, был. У меня было побольше, это не мой. Своего я сейчас буду ловить. Он вернется. Уже, наверное, камера не снимает, темно. Ладно, будем включать, когда монстра я сейчас зацеплю. Тогда будем включать. Вот, друзья, тащу. Что-то тащу. Может быть, в этот раз у меня получится его достать. Если видно. Тихо. Ну, это хоть... Тихо. Этот хоть съедобный. Угу. Хороший судачок. Пойду я его на берег отцеплять. Ну, вот, нормальный. Фу. Снял он судачка. Ну, где-то так 300 кило есть. Потом взвесим в конце. Пойду дальше побросаю. Вот. Супер. Не знаю, видно, не видно. И на вот судака вытащила только что тоже. Под ногами? А ну покажи. Издалека. Вон. Нормальный. Молодец. Вот так вот. Ну вот, друзья, такая сегодня получилась рыбалочка. Надеюсь, там что-то снялось. Ну, если вы меня видите это видео, значит, наверное, что-то снялось. Пытался. Конечно,
был сход такой досадный, такой хороший был судачок, наверное, около душки. Ну, уже по темному второй выход дождались мы все-таки, поймал я. Ну, не знаю, сколько сейчас я взвешу. Не 5-килограммовый. А вы? Ой, это вообще. Отличились все, нехорошие, хорошие судачки. Да. Это хорошо. И я одного поймала. А ну, покажи-ка, хорошо его. О. Всего 385, смотри. Сейчас. А там Макс снимаешь? Хороший. Ну, да. Нормальный. Ну, тот был больше. Тот где-то двушка был. У тебя прикольная. Знаешь, какой белый, да, у тебя черный. Да, вообще, да. Светлый, да. Где-то какой-то на песке. Вот такой полосадик хороший. Ну, уин такой. Как раз на пределе. Четко в размере. Нормальный. Ну, мало. Что, взвешивать не будешь? Ты зачем? Я и так знаю там, сколько у него. Малыши пошли домой. Да, несколько штук уже отпустили. Ну, Максим тоже. Вообще тут у меня один на одном пальце, второй на втором пальце. Там что ты? Ля, на двух пальцах. Пойдем домой. Ну что, друзья, рыбалка, все довольны, все получили какое-то наслаждение. Я поддержал хорошего судачка. Пускай живет. Все, как бы, все хорошо. Все. Ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь на наш канал. Оставайтесь с нами. У нас всегда интересно. Пока-пока. Пока-пока. До новых встреч на новых рыбалках. А мы собираемся. Едем домой. А мы домой. Уже темно. Соловьи почти поют. Не поют. Или поют. Не, одиночка там. Где-то вдалеке. Все, слаживаемся. Слаживаемся, едем домой. Девчонки, он уже сидит, куняет. Дженечка. Я махалюсь.